орловчан приглашают принять участие в проекте «Народный бюджет». Что для этого нужно сделать? На этот и другие вопросы готов ответить Андрей Карпов, глава департамента по проектам развития территории Орловской области. Телефон прямого эфира 76 10 28. Я Наталья Пехтерева. Здравствуйте. Здравствуйте, Андрей Геннадьевич. Спасибо, что пришли. Совсем скоро мы сможем определить перспективы развития будущего ряда территорий. Сделать это можно будет в рамках проекта «Народный бюджет». Ну, кто-то о нем слышал, кто-то нет. Предлагаю со всеми подробностями сегодня обсудить, с чего все начиналось, что это за проект и как, собственно, мы можем внести свою лепту. Проект «Народный бюджет» появился в Орловской области в конце 2017 года. Он появился и начал реализовываться благодаря заинтересованности нашего губернатора Андрея Евгеньевича Клычкова в содействии органам местного самоуправления, в развитии, в повышении качества жизни жителей. И на тот момент совсем небольшое количество регионов реализовывало что-то подобное. Да, то сейчас... есть это федеральный проект? Каждый регион самостоятельно определяет, будет он этим заниматься или нет. Будет он внедрять вот эти передовые новые подходы, которых раньше не было. Вот в Орловской области нам повезло, 2,5 года у нас этот проект реализуется, и за это время поддержано из областного бюджета на сумму 55 миллионов 34 проекта. Важно отметить, что эти проекты, это принципиальное отличие вот данного направления, эти проекты реализованы, во-первых, предложены самими жителями, и реализованы благодаря тому, что инициатива поступила от местных жителей. Но мы говорим, что народный бюджет, правильно? Да. Так деньги чьи? Наши тоже? Или все-таки деньги федеральные? А мы просто вносим свою лепту участием, определением, куда пойдут эти деньги? До вот настоящего времени у нас действовал один механизм. Он предусматривал, если есть такая возможность, софинансирование из внебюджетных источников. Но это небольшая доля совершенно, это не более 10%, и зачастую, в большинстве случаев, это средства социально ответственного бизнеса. Если жители тоже хотели участвовать, то у них такая возможность была, ну, финансовое участие. Но, безусловно, львиная доля расходов – это средства регионального бюджета. О каких средствах идет речь и может идти? Ну, вот те проекты, которые мы реализовали за эти 2,5 года – это проекты, получившие из областного бюджета по 3 миллиона рублей. Какие проекты конкретно? Что можно отметить? Вот первая ласточка такая, вот успех первый. Да, прежде всего, ну вот на данном, скажем так, историческом этапе наибольшей популярностью пользуются проекты, связанные с установкой детских площадок, с установкой спортивных различных сооружений и объектов. Где-то это общественные территории локального характера, но тем не менее значимые для местных жителей. Вот у нас есть пример в Залегущенском районе, деревня Алешня. В принципе, относительно небольшой населенный пункт, около 700 жителей, но они с самого начала активно принимали участие, и благодаря этому центральную площадь своего населенного пункта они, ну, сделали по-настоящему современный, комфортный, привлекательный, удобный для жителей. Ну, главное, что потом еще и содержали этот объект, чтобы не деньги на ветер, как говорится. Да, вот действительно, действительно, это очень важный вопрос. Особенностью вот такого подхода является то, что когда участвуют жители на этапе выбора, принятия решений, потом, если они принимают участие в частичном софинансировании... Они же заинтересованы в контроле. Конечно. Это совершенно другой уровень контроля, использования, сохранности. И мы понимаем все, что, безусловно, это важно с точки зрения, ну, в целом, всех процессов, которые на местном уровне протекают с точки зрения финансирования таких вопросов, развития территорий. Какой объект может стать участником этого проекта? Вот конкретно, допустим, у нас есть двор, мы хотим там построить новую детскую площадку и так далее. А у нас есть соседний парк, мы хотим его благоустроить. То есть в районе много территорий, которые нуждаются в порядке. Мы можем подать заявку сразу на несколько или должны определиться с одной? Каков механизм? Вот до лета текущего года механизм предусматривал инициирование жителями, группы жителей, инициативной группой одного проекта. Но теперь у нас появилась возможность намного большая. Благодаря тому, что президент
уделяет этому направлению тоже большое внимание. У нас Орловская область получит на развитие проекта «Народный бюджет» 300 миллионов рублей. А я хочу подчеркнуть, что это в 10 раз больше, чем мы до этого имели. Вот когда регион финансировал такие проекты, у нас предыдущий конкурс – это 30 миллионов рублей. И вот благодаря президенту теперь у нас есть возможность, во-первых, предложить всем муниципальным образованиям более активно принимать участие в этом направлении. И мы механизм упростили участие. То есть мы, во-первых, убрали полностью обязательность софинансирования. И на первый план вышло вот то, что вообще передает дух этого подхода, ключевую его идею. Это определение того, куда будут потрачены средства не чиновниками в кабинетах, а самими жителями. Откуда мы знаем, какие средства нужно потратить тому или иному району? Вот сколько средств, допустим, на Покровский район, сколько на Залегощенский, сколько на Знаменский? Мечтать мы, конечно, можем о развитии ряда территорий. А вдруг наши мечты не реализуются, потому что у нас средств не хватит? Да, вот по состоянию на сейчас, с учетом того, что мы предложили всем муниципальным образованиям принять активное участие, предполагается, что муниципальные районы и два городских округа, это Ливны и Мценск, получат примерно за небольшим 7,5 миллионов. Город Орел может получить 100 миллионов рублей. А почему он говорит, что может получить? От чего это зависит? А это зависит, во-первых, от активности самих жителей. Первый этап у нас сейчас муниципалитеты инициировали период, когда они собирают от жителей инициативы, предложения, то есть те проекты, которые жители хотели бы реализовать. То есть пока еще собирают, еще можно успеть со своей инициативой, куда нужно обращаться. Допустим, мы на общем собрании жильцов приняли решение, что действительно благоустроим соседний сквер. Далее что мы делаем? Мы собираем подписи, какие-то проекты, бумаги. Наш следующий шаг, он какой? Так было раньше. Да. А теперь упростилось. Теперь даже один местный житель, у которого есть идея или убежденность, что нужно в первую очередь реализовать тот или иной проект, связанный с развитием территории, с благоустройством, с повышением качества жизни, он предлагает этот проект в орган местного самоуправления. Орган местного самоуправления консолидирует все полученные предложения, затем коллегиально определяет, какие проекты будут вынесены на голосование. И уже с 25 июня по 1 июля будут проходить выборы в рамках проекта «Народный бюджет». Во время голосования за поправок в Конституцию мы также можем проголосовать за будущее тех или иных территорий. Да, для того, чтобы жителям было удобно, возможности у всех разные, и, конечно, с учетом удобства и комфорта наших жителей, вот было предложено воспользоваться той возможностью, которую нам дает голосование за поправки в Конституцию, и параллельно провести выборы проектов развития территории в рамках народного бюджета. Голосование будет проходить по всему региону? Да, голосование будет проходить по всему региону, по крайней мере, мы рассчитываем на то, что все муниципальные образования откликнутся. В принципе, могу сейчас сказать, что заинтересованность очень высокая, поэтому с высокой долей вероятности мы можем сейчас утверждать. Главы же они ничего не теряют, наоборот, приобретают. Только выигрывают. Только выигрывают. Территории благоустроены, и деньги, тем более, у нас и федеральные, и областные. Совершенно верно. Все у нас есть. А каким образом в плане безопасности будет организовано голосование? Вот об этом поподробнее. Да, мы же все заботимся о своем здоровье. Конечно, безусловно. Это сейчас приоритетный вопрос. Во-первых, участки для голосования по народному бюджету, они будут расположены в непосредственной близости от участков голосования по Конституции. Это сделано для удобства наших жителей. Все эти требования Роспотребнадзора, которые предъявляются к участкам для голосования, также будут выполняться строго на участках по голосованию народного бюджета. Это и строгое соблюдение масочного режима, и социальная дистанция, и соответствующие периоды дезинфекции, и весь тот перечень требований Роспотребнадзора, который сформулирован. А где можно познакомиться поподробнее? Может быть, какие-то ресурсы, источники? Прежде всего, необходимо те, кто на «ты» с интернетом, обратиться, посмотреть сайт
муниципального образования. Там размещается вся информация в соответствующем разделе. Кроме того, печатные средства массовой информации тоже активно поддерживают освещение данного проекта. Поэтому в ближайшее время какое-то количество материалов и в печатных СМИ, и в других СМИ будут доступны. И у нас первый звонок. Послушаем телезрителя. Здравствуйте. Вы в эфире, мы вас слушаем. Я бы хотел задать вопрос, Андрей Геннадьевич. Слушаем. Как вас зовут? Представьте, пожалуйста. Гришин Анатолий Иванович. Слушаем. Вы можете задавать, мы вас уже слушаем внимательно. Андрей Геннадьевич, скажите, пожалуйста, как и когда можно проголосовать за выдвигаемый ваш проект? Спасибо вам большое. Ну вот давайте еще раз уточним и прямо во всех подробностях, да. Потому что, я думаю, вот такие вопросы еще будут у нас. Основным днем голосования будет 1 июля. Мы всех приглашаем в этот день принять участие. Но для тех, для кого будет удобнее проголосовать заранее, можно будет проголосовать в так называемые дни предварительного голосования. Они начнутся с 25 июня и продлятся до 30 июня. Это будет все проходить в тех же зданиях, в тех же местах, где расположены избирательные участки, просто в отдельных помещениях, которые не пересекаются с избирательными участками. Как будет выглядеть сам бюллетень, документ, как будет выглядеть и что в нем будет? В бюллетень будут включены те проекты, которые орган местного самоуправления по итогам сбора предложений и инициатив граждан примет решение о включении в этот бюллетень. Это будет коллегиальное решение, это будет на усмотрение органа местного самоуправления. Ну, конкретно, чье это будет решение? Кто будет в этой коллегии, кто в этом жюри будет? Безусловно, это будут муниципальные служащие, представители самого органа. Безусловно, в этот орган будут входить представители гражданского общества, местные активисты. Потому что принципиальные, я хотел бы еще раз это подчеркнуть, что принципиальное отличие этого подхода, этого проекта от того, что происходило ранее, в том, что теперь с каждым разом все больше и больше сами жители будут определять, куда потратить средства из муниципального бюджета. Мы к этому достаточно долго шли в рамках в целом развития местного самоуправления. И вот у нас настали такие долгожданные времена, когда уровень открытости, уровень прямого участия наших жителей, он, в общем-то, достиг достаточно высокой планки. И, на мой взгляд, было бы неправильным не воспользоваться этим. Поэтому мы, конечно, приглашаем всех 1 июля прийти проголосовать. Но, пожалуй, даже не только это главное. Главное не стоять в стороне, если житель считает, что тот или иной вопрос пора бы уже решить, он первостепенный, чтобы обязательно этот проект, эту инициативу озвучить органу местного самоуправления. Потому что даже если какие-то проекты у нас с вами не войдут в перечень победителей по 2020 году, то я убежден, они обязательно войдут в соответствующую программу в 2021 году и будут в какое-то ближайшее время реализованы. Ну, давайте еще о самом бюллетене. Все-таки интерес, я думаю, у многих будет. Определено несколько пунктов, за какие нужно голосовать, верно? За какие мы можем проголосовать, сделать выбор. Благоустройство одной территории, второй территории. Ну, допустим, берем мы с вами город Орел. Далее мы каким-то образом отмечаем, как обычно это делаем на голосовании. Способ голосования, он традиционный, привычный для наших жителей. Это бюллетень, где будет перечень тех проектов, которые определены органом местного самоуправления, которые будут предложены на выбор жителям. И жители будут в соответствующей клеточке ставить любой значок, галочку, плюсик, может быть, даже слово «да», кому как будет удобно. И, соответственно, на самом бюллетене будет написано, сколько может быть таких отметок. Потому что все-таки... То есть несколько отметок можно поставить? Вот смотрите, дело в том, что все-таки это местное самоуправление. Оно не входит, надо не забывать о том, что оно не входит в систему государственной власти, это самостоятельный институт. И в вопросах местного значения здесь, конечно, органы местного самоуправления совместно с жителями вольны действовать в интересах той или иной территории. Поэтому если орган местного самоуправления вместе с активом посчитает, что будем выбирать одну территорию, значит, данный муниципалитет будет выбирать одну территорию. Если две, значит, две. Наблюдатели будут? Кто будет контролировать? Вы знаете, появление наблюдателей на выборах –
оно в свое время стало следствием того, что система избирательная развивалась год от года. Вот в части народного бюджета мы сейчас, в общем-то, делаем все вместе первые шаги. Если есть у нас заинтересованные жители, которые хотели бы провести независимое общественное наблюдение, мы это приветствуем. Мы заинтересованы в том, чтобы процедура, процесс этот был максимально открыт, убедителен и не возникало каких-либо вопросов. Вот. Но между тем, если вдруг у нас не будет много желающих осуществлять наблюдение, я думаю, что от этого процедура не проиграет части открытости. Каждый может прийти и увидеть, как организован процесс, поучаствовать и на этапе подсчета голосов, и на этапе, на других этапах, которые связаны с этим процессом. Поэтому, если есть желающие поучаствовать в наблюдении, они могут обратиться в орган местного самоуправления. Я думаю, что, безусловно, они примут участие в наблюдении за данными выборами. Как будет выявляться проект «Победитель»? Обычным подсчетом голосов? Да, проект «Победитель» будет выявляться подсчетом по каждому проекту голосов. Вот, и так называемый ранжированный список. Да, список от проекта, который набрал наибольшее количество голосов, да, и в конце этого списка те проекты, которые набрали наименьшее количество голосов. Ну и как вы говорите, вот эти проекты, которые набрали наименьшее количество голосов, их можно подать в следующий раз? Конечно. Ведь люди, если заявляли их, то, значит, заинтересованы? Вот совершенно точно. Именно это очень важная особенность данного проекта, поэтому каждый проект, который будет подан, который или окажется в бюллетене, или даже не окажется в бюллетене, безусловно, он будет взят на контроль и органами местного самоуправления, и нами, как департаментом по проектам развития территорий. И мы будем точно смотреть, как мы можем помочь в реализации того или иного проекта, потому что, в общем-то, народный бюджет – это не единственный инструмент, связанный с развитием территории, с исполнением запросов, инициатив жителей. Есть и другие инструменты. Мы сегодня о других инструментах поговорим с вами, а пока послушаем телезрителя. Здравствуйте, вы в эфире, мы вас слушаем. Алло. Слушаем вас. Как вас зовут? Представьтесь, пожалуйста. Александр Николаевич зовут меня. Слушаем ваш вопрос. Значит, около городской администрации, между администрацией и домом 30А и 16-м домом по почтовому переулку, есть площадка, которая лужайка типа, пустует. Почему бы на ней не сделать или детский городок какой-нибудь, или какие-нибудь стоило поставить для занятия спортом. Ну, нужна ваша инициатива прежде всего. Вот мы видим то, что она есть, да, Андрей Геннадьевич? Да, инициатива то есть, можно будет развивать. Я хотел бы попросить Алексея Николаевича, чтобы он внес это предложение, эту инициативу в рамках народного бюджета в администрацию города Орла. А мы со своей стороны тоже окажем содействие в том, чтобы этот проект в какое-то ближайшее время был рассмотрен, и мы посмотрим, что можно сделать. Ну вот опять же, вернемся к нашему голосованию. Мы проголосовали, мы выбрали победителя. Дальше у нас что происходит? То есть от самого голосования до реализации, сколько может пройти времени, и где у меня 100% гарантия, то, что вот этот объект, за который проголосовало большинство, и я в том числе, что его будут финансировать, чтобы он будет построен и так далее. Вот опыт регионов, таких регионов, в том числе, как и Орловская область, которые реализовывали на протяжении нескольких лет проект «Народный бюджет», позволил сейчас федеральному центру с доверием отнестись к выделению денежных средств регионам на эти цели, и средства, которые будут выделены до муниципалитетов, будут доведены сразу же, в июле. То есть сразу же муниципальные органы власти получат возможность начать все эти процедуры, которые необходимы для того, чтобы проект был реализован. То есть заказать проектно-сметную документацию и так далее, и так далее. И, я думаю, что практически все проекты, может быть, если где-то, знаете, когда проект реализовывается, может быть, там всплывают какие-то нюансы, которые замедляют. Но львиная доля проектов, которые победят, они будут реализованы уже в текущем 2020 году. Вот если не секрет, вы как житель города Орла, за какой проект болеете? Есть ли у вас какой-то проект, который, по вашему мнению, должен быть реализован? Да, вы знаете, конечно, вот и буквально несколько дней назад прогуливался по Парку Победы,
силами и жителей, и организаций, и власти, и муниципальной, и региональной, там многое делается. Мы и конкурс провели, сейчас средства выделяет губернатор. Но понятно, что территория очень большая, и действительно, вот она уникальная. Такая необычная атмосфера в центре города – это наша гордость, что у нас в центре города такие огромные зеленые легкие. И, конечно, хотелось бы, чтобы эта территория, она была облагорожена и максимально приносила пользу и удовольствие нашим жителям. Поэтому, конечно, я бы хотел, чтобы эта территория оказалась в числе победителей. Ну, к слову говоря, вот когда мы осенью прошлого года обратились к экспертам и к жителям города, и в рамках подготовки к архитектурному конкурсу спросили их мнение, что они думают на предмет того, какая из территорий города Орла должна развиваться в первую очередь. Большинство высказалось тоже за Парк Победы, за Дворянское гнездо. И я думаю, это неудивительно. Там для развития же предполагается масштабная такая территория. Масштабная. Во-первых, территория действительно крупная. Это 49 гектар. Уникальное соотношение возможностей рекреационных, ландшафта, дендрологические характеристики. Плюс, что немаловажно, это огромный историко-культурный потенциал, который явно недораскрыт. Мы гордимся, мы знаем об этом, но, мне кажется, недостаточно об этом знают не жители Орловской области. Хотелось бы, чтобы они больше узнали об этом. Ну и нам для отдыха, для прогулок в центре города такое цивилизованное, красивое место не повредит. А у нас очередной звонок. Слушаем телезрителя. Здравствуйте, вы в эфире, мы вас слушаем. Добрый вечер. Слушаем вас. Как вас зовут? Представьтесь, пожалуйста. Урюпин Валерий Леонидович. Улица Кукушкина, дом 1. Ваш вопрос, пожалуйста. У меня не вопрос, а просьба будет. Хорошо. Вот нельзя ли нам помочь? У нас около Кузнецова 2 построено было депутатом Анциферовым от компартии футбольное поле с покрытием с искусственным. Депутат умер, и так оно ничего не делается. Писал в администрацию, писал везде. Когда у вас был Берестов, главный физкультурник тут на приеме, ему звонил, но ничего не делается. Мы ему напомним обязательно об этом. По одной стороне. Не расслышал. Спасибо вам большое. Какой и будьте добры, пожалуйста, еще раз повторите адрес. Населенный пункт. Адрес? Да. Около Кузнецова 2. Это город Орел, да? Город Орел, да. Это город Орел. Хорошо, мы возьмем этот вопрос на контроль. И оставьте, пожалуйста, свои контактные данные, свяжемся и вместе с вами посмотрим тогда, будем реализовывать в рамках народного бюджета или в рамках какой-то другой программы. Ну, сначала, наверное, нужно выехать просто проинспектировать, да, это мы выйдем, посмотрим с этим участком, для того, чтобы понимать, как принимать решения. Давайте все-таки вернемся к Парку Победы. Достаточно интересно, в какой стадии сейчас этот проект? Вот что уже сделано, какая работа велась подготовительная? Действительно, много и совещаний проходило и в администрации региона, и с участием проектов, и экспертов, и даже федеральные эксперты тоже принимали участие. Да, действительно, конкурс, который был объявлен губернатором в начале декабря прошлого года, он показал очень высокий интерес архитектурного сообщества из многих регионов вот к этой территории. Мы понимаем, как жители города, с чем это связано, с целая плеяда имен великих, известных, которые с этой территорией связаны. И в целом очень богатая, многообещающая территория. По результатам у нас есть победитель. Концепцию, которую предложила одна из московских организаций, поддержали и жители. То есть мы обратились на этапе подготовки заседания конкурсной комиссии прежде всего к жителям и к экспертному сообществу. Опрашивали в местах массового скопления, проводили встречи, и суммарно тот проект, который, в общем-то, и конкурсная комиссия поддержала, вот, он был поддержан и жителями. Это особенно приятно, что вот такое совпадение мнений у нас оказалось. Вот. Ну и мы этот проект сейчас направили в администрацию города Орла. Администрация управления архитектуры города готовят все необходимые документации для того, чтобы заказать проектно-сметную документацию. И уже в этом году будут работы на этой территории проходить, что, в общем-то, является, ну, знаете, таким
очень серьезным прорывом. У нас эта территория, если говорить в частности про Парк Победы, самая крупная часть, угу, да, этой территории, она получила статус места отдыха, общественного пространства буквально там через несколько лет после войны, там, в начале 50-х годов. И, в общем-то, за весь вот этот длительный отрезок времени, за многие десятилетия, там мало что происходило в части развития и благоустройства. К сожалению. К сожалению, безусловно. И вот сейчас, благодаря вниманию правительства Орловской области к таким вопросам, был проведен такой крупный всероссийский архитектурный конкурс. Старожилы, честно говоря, не припоминают, когда мы до этого проводили такие конкурсы. Для нас было очень значимо и приятно, что архитектурное сообщество откликнулось активно. И теперь мы уже опираемся на, скажем так, передовую архитектурную мысль, которая вот у нас есть на данный момент в России. Потому что участники были из разных городов, не только из Москвы. Челябинск, Воронеж, Санкт-Петербург, ну, естественно, Орел. Ну, такой федеральный интерес. Так голосовать мы можем именно за этот объект или нет? До тех пор, пока город Орел не соберет предложение, пока он не определит коллегиальным органам, какие из этих предложений будут вынесены. Пока не знаем. Вынесены, да. Это пока такая вот интрига. Да? То есть мы все ждем, а что же это будут за проекты и сколько их будет. Узнаем об этом до 25 июня, в первый день предварительного голосования. А у нас звонок. Слушаем телезрителя. Здравствуйте. Вы в эфире, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Евгений. Хотелось бы задать такой вопрос. А что дает области данная программа? Вы про народный бюджет, насколько я поняла. Да, конечно. Может быть, есть более эффективные механизмы потратить те бюджетные средства, которые вот на нее выделяются? Спасибо. Спасибо вам большое. Вы знаете, я думаю, что самый эффективный способ потратить бюджетные средства на муниципальном уровне – это спросить мнение самих жителей. И с этой точки зрения, как я уже говорил, действительно, народный бюджет – это вот такой новый по-настоящему этап в развитии местного самоуправления. Сейчас растет и уровень общественного контроля за расходованием средств на всех уровнях. Более активно слышны голоса активистов благодаря современным информационным технологиям. Поэтому вот эта ситуация, она вызревала. И вот настал момент, когда появляются такие вот новые, настоящие инструменты участия неравнодушных жителей, местных жителей в принятии решений, как будут потрачены те или иные муниципальные средства. Вот если деньги у нас выделены определенные на конкретный объект, а потом выяснилось то, что произошла у нас экономия. Что будет с этими финансами? Да, по экономии здесь механизм отработан. Это предусмотрено законодательством. Вся вот эта цепочка прохождения денежных средств после того, как завершается этап контрактации, а в большинстве случаев это конкурсные процедуры, то есть победителем является тот, кто предложил наименьшую цену, то экономия, она остается в бюджете. По результатам того, какова будет экономия, будет принято дополнительное решение о распределении этих средств между муниципальными образованиями. А школа, детсад или любое другое общественное объединение, может быть, любая другая организация, может ли выдвинуть свой проект? Вот, да, здесь такой интересный нюанс. Школа или некоммерческая организация проект выдвинуть не может. Может выдвинуть, допустим, член общественной организации, как местный житель. Угу. Или представитель трудового коллектива, школы или детского сада, как местный житель. То есть объединяться не нужно. Может руководитель, там, может, школьного учреждения, руководитель, школы, активист, да, внести педагог это предложение. А если, приоткрою секрет, наверное. Приоткрою, что если заинтересованность в этом проекте у какого-то количества членов этой общественной организации или представителей трудового коллектива, каждому не мешает предложить этот проект, и тогда наверняка орган местного самоуправления обратит внимание, дополнительное внимание на эту инициативу. Ну и такой вопрос, который не мог не возникнуть и у меня, и у тех, кто наверняка смотрит нашу программу. Почему именно голосование должно проводиться в один день с голосованием по Конституции?
Я бы не сказал, что оно должно. Дело в том, что, на мой взгляд, причина только одна. Это, прежде всего, удобство для самих жителей. Потому что, ну, мы понимаем, что интерес к вопросу о том, какой у нас будет конституция, как будет у нас улучшаться государственное устройство и прочие процессы, он велик. И поэтому, конечно, было бы, наверное, неправильно с управленческой точки зрения какой-то придумывать какой-то дополнительный день, в то время как у нас избиратели пойдут, большинство избирателей пойдет на участки для голосования, и для их удобства мы сразу же организуем здесь, в этих же местах, голосование по народному бюджету. На мой взгляд, это самый оптимальный, самый удобный для жителей вариант. Андрей Геннадьевич, давайте немножко истории. Вот сейчас нам голосовать, а вот до этого подобные голосования были, сколько их было, и, может быть, какие-то конкретные проекты, которые запомнились лично вам, какие вы можете назвать? Вы знаете, механизм, который вот сейчас мы предложили жителям Орловской области, он у нас появился буквально в этом году. Только в этом году? Да, до этого мы провели три конкурса проектов. Как я уже говорил, сумма была меньше. В первый год это было 10 миллионов рублей, во второй – 15. А в третий конкурс это уже было 30 миллионов рублей. Сейчас, напомню, это 300 миллионов рублей будет. Вы знаете, первые два конкурса участвовало где-то около 8 муниципальных образований. 8 проектов были поддержаны в первый раз, 6 проектов были второй раз. И уже в преддверии третьего конкурса мы решили более активно рассказать о возможностях этого проекта. И поэтому поехали непосредственно в муниципальное образование, посетили в прошлом году каждое муниципальное образование, собрали на площадках актив местный. Это и социально ответственные предприниматели, и активисты местные, и муниципальные служащие рассказали о том, какой у нас опыт реализации этого проекта есть в Орловской области и в других регионах. К слову говоря, первопроходцем по внедрению подобного рода подходов еще в 2007 году стал Ставропольский край. И постепенно это набирало обороты, набирало популярность. В Орловской области это в 2017 году пришло. И благодаря тому, что, наверное, люди дополнительно узнали об этой возможности, у нас резкий рост заявок был осенью прошлого года. Более 40 заявок, и мы поддержали 20 проектов. И если говорить о примерах, то, вы знаете... Очень кратко, потому что телезритель у нас на проводе. Вот один-два примера. Да, особенно мне, например, дорог пример, который я уже сегодня называл, это деревня Алешня. Потому что там активисты, которые занимаются этой площадью, они даже свои встречи и свою эту незримую структуру называют штабом. И они собираются, они принимают решения, как мы будем развивать эту территорию дальше. И год от года они движутся вперед. И это очень, мне кажется, яркий пример. Хороший пример, вообще хороших примеров немало, их много. Они очень отличаются друг от друга. Где-то... Будем надеяться, что по итогам этого голосования появятся еще у нас хорошие примеры. И мы о них обязательно расскажем, послушаем. Хорошо. Телезрителя, здравствуйте, вы в эфире, мы вас слушаем. Добрый вечер, меня зовут Ирина. Подскажите, пожалуйста, такой вопрос. Предлагается ли интернет-голосование? Можно ли будет как-то дистанционно проголосовать? Есть ли возможность досрочного голосования? Спасибо вам большое. Действительно, такой интересный вопрос. Да, по интернет-голосованию мы понимаем, что все больше и больше у нас жителей, кто активно пользуется современными информационными технологиями. В принципе, мы рассматривали данную возможность, но пришли к пониманию, что пока, наверное, по состоянию на текущий год, наверное, это несколько преждевременно. В принципе, мы в фокусе этот вопрос держим. Как только мы почувствуем, что появление такого механизма не будет ущемлять тех, кто с интернетом не так хорошо знаком, прежде всего пожилых жителей, то, конечно, мы будем готовы внедрить данный механизм. Поэтому давайте поживем, увидим, когда на этот момент наступит. Андрей Геннадьевич, в завершении нашей программы я предлагаю напомнить и рассказать о будущем еще одного проекта. В 2018 году глава государства дал поручение разработать механизмы поддержки развития малых городов и исторических поселений. И Орловщина включилась в работу. Мало того, есть победитель у нас, город Дмитровск.
проект «Голубь Кантемира». Когда же у нас, собственно, реализация осуществится этого проекта? Что сейчас вот делается? Вы знаете, город Дмитровск активно сейчас занимается реализацией этого проекта. Они готовят всю необходимую документацию. Более того, Минстрой поставил задачу по возможности сократить сроки реализации, что, в общем-то, является для всех плюсом. И работы по Дмитровску начнутся уже в этом году. И львиная доля работ завершится тоже в текущем году по этому городу. Действительно, конкурс, инициирован президентом, это стал крупнейшим архитектурным конкурсом страны. Ну, в силу своего размера и самый сложный, наверное, конкурс, потому что участвуют практически все регионы. Более 300 городов ежегодно подаются на этот конкурс. Все наши малые города, благодаря тому, что губернатор уделяет этому достаточно большое внимание, тоже принимают участие, привлечены дополнительные силы архитектурные для подготовки заявок. Причем даже в первый год участия в конкурсе Орловщина так отличилась, и там была в полшаге от победы. А вот второй год как раз Дмитровск. Да, у нас победитель Дмитровск, а ряд городов, это и Болхов, и другие города, Малоархангельск, они вошли в число финалистов. Это оценка Федеральной экспертной комиссии, говорящая о высоком уровне и качестве проекта, но с учетом высокой конкуренции, то, ну, как бы финалистов делят на две части – на победителей и на просто финалистов. Но есть, опять же, хорошая новость. Решением правительства Российской Федерации призовой фонд данного конкурса в текущем году будет увеличен сразу в два раза, с 5 до 10 миллиардов рублей. Это повышает шансы наших малых городов на победу. Работа сейчас тоже находится в таком, на пиковом этапе, потому что мы до 1 июля должны эти заявки направить на рассмотрение Федеральной конкурсной комиссии. А те же проекты, которые раньше участвовали, но сейчас авторы их захотели доработать с учетом мнений жителей, замечаний экспертов, могут ли они еще раз попытать счастье? Да, территории по городам остались те же, потому что, когда эти территории в 18 и в 19 годах выбирались, их опять же выбирали жители. И жители мнение свое не изменили. Они считают по-прежнему, что именно эти территории должны в первую очередь быть благоустроены. А вот содержание проекта действительно видоизменяется, потому что учитывается обратная связь, которую мы получаем от Минстроя, и в целом идет работа объединенных проектных команд архитекторов и жителей тех или иных городов, и качество растет. Андрей Геннадьевич, спасибо вам большое за беседу. Время программы завершилось, но мы снова ждем вас в нашу студию для того, чтобы уже подвести итоги голосования за проекты. И в качестве точки ваши несколько слов, обращение к орловчанам. Ну, можно напомнить, собственно, когда, куда приходить для голосования. Уважаемые жители Орловской области, дорогие земляки, приглашаю вас 1 июля, а если кому-то будет удобнее, то с 25 июня по 30 июня прийти на счетные участки, они будут расположены рядом с избирательными участками, и отдать свой голос за тот проект, который вы считаете заслуживает первоочередности с точки зрения реализации, который, на ваш взгляд, необходимо в первую очередь реализовать. Будем рады всех видеть на участках. В нашей студии был Андрей Карпов, глава департамента по проектам развития территории Орловской области. А я, Наталья Пехтерева, с вами прощаюсь. До новых встреч!